Якутия успешно представлена на первом съезде Ассамблеи народов Евразии и седьмом съезде Ассамблеи народов в Москве. Егор Борисов на своей странице в Инстаграм сообщил, что выступления наших делегатов по этнокультуре, спорту и другим направлениям имели большой успех и вызвали самые положительные отклики российских и зарубежных коллег. По мнению главы республики, удалось донести главное. Якутяне, сохраняя свои традиции и развивая гражданское общество, укрепляют международные связи и сближают жителей прежде всего Европы и Азии. Как отметил Егор Борисов, Якутия достигла впечатляющих успехов во многих гуманитарных областях и теперь по праву берет на себя роль одного из лидеров в процессе евразийской интеграции на межрегиональном уровне в интересах всей страны. Признание заслуг Республики Саха-Якутия в дело евразийской интеграции, дружбы народов является присуждение Евразийской премии народного признания посол дружбы главе Республики Саха-Якутия Егору Афанасьевичу Борисову. И как отметил глава Республики Саха-Якутия, действительно многонациональный народ Республики Саха-Якутия бок о бок трудится и созидает. И, конечно, ответственность за будущее нашей республики, за будущее Российской Федерации диктует все наши мысли, поступки и действия.